приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас неожиданно третий заказ по 9-му каталогу от компании Oriflame. И я так предполагаю, что будет еще и четвертый заказ, потому что вчера мне заказали два дорогих продукта, но уже не успею их получить в этом каталоге, поэтому посмотрим то, что получила в этом каталоге номер 9. Заказ всего на 113 баллов, то есть он не очень большой, но я знаю, что для многих даже 100 баллов бывает сложной задачей, 150 еще сложнее, поэтому если я сейчас вспомню какие-то рекомендации, я обязательно про них расскажу, как я собираю заказы. Окей, итак, начнем смотреть поподробнее, что у меня в коробочке. Это диффузор из серии Swedish Spa, новинка от компании Oriflame, и заказ я на него получила только благодаря тому, что ко мне пришла в гости подруга первый раз посмотреть, как мы тут обжились, и я ее завела в ванную, а как раз прям в этот день я из гостиной диффузор перенесла в ванную для того, чтобы там как-то обогатить воздух. И она когда зашла, вот первое, что она сделала, такая: чем так вкусно пахнет? Я такая: это диффузор. Она такая: где ты взяла? Я тоже хочу, какой классный аромат. И я ей рассказала, где я взяла, и, естественно, получила заказ. Вот сегодня буду ей вручать. На самом деле, посмотрите, как шикарно выглядит эта коробка. Я не буду открывать диффузор, потому что у меня на канале есть прям отдельный обзор, когда я его получила. Я им пользуюсь уже, получается, почти 3 недели, и очень-очень довольна. Мне так нравится этот аромат, и хватит его на 5 месяцев, как пишет компания, ну, может быть, чуть меньше, да, еще же зависит от того, насколько жарко или прохладно, чем жарче, чем быстрее идет испарение, но однозначно мне очень понравился аромат. И еще я заметила такую вещь, что если взять и через какое-то время палочки перевернуть с другой стороной, погрузить их в эту емкость, то аромат еще ярче становится, естественно, потому что палочки внизу более пропитаны, чем те, которые сверху. Вот такую вам маленькую рекомендацию. Ну и, конечно, это классный подарок. Я думаю, что любой человек был бы рад такому подарку, потому что когда вкусно пахнет дома, это всем приятно. Так, далее в заказе 2 геля для душа. Обратите внимание, вы еще успеете отправить завтра последний заказ по 9-му каталогу. Выгодно заказывать именно парами, либо гель и мыло, либо 2 геля, тогда цены получаются гораздо выгоднее. А это как раз вот один гель, это новинка, и второй у нас уже был, это Голливуд, мечты Голливуда или голливудская мечта, а второй Калифорния Бич, это пляжи Калифорнии. Пахнут они оба очень классно, в принципе, вот эта серия Discovery, она мне очень нравится. Густые гели, они очень концентрированы, их надолго хватает, и они держат такой стойкий аромат даже после того, как уже искупалась, ушла из ванны, еще долго в ванной, такой вот приятный аромат. И легкий аромат от кожи, то есть он не прям вот такой, как духи, нет, но легенький приятный аромат, он сохраняется. Я так как раз вот и люблю. Так, что еще? Масла, конечно же, как же без масел для волос, ночное и укрепляющее, 2 масла Элио. Я их себе заказала в запас и рассказываю всем, с кем встречаюсь, потому что мне безумно нравится эффект от этих масел. Мне кажется, если бы не они, то мои волосы бы уже давно бы все отвалились, потому что именно ими я спаслась, когда делала смывку, то есть выходила из черного цвета. А сейчас просто могу сказать свои вот наблюдения. Если когда волос был вот совсем сухой, пересушенный, и у меня уходило очень много масла, то есть я за 2 недели флакон полностью использовала, то сейчас получается, когда у нас только вышло масло укрепляющее, и я его только вот сегодня последние капельки использовала, то есть так надолго его хватило, мне кажется, это около 3 месяцев, при том, что я же не одна пользуюсь, у меня еще Миша и наверняка и Лерочка туда ныряет, в этот флакон. То есть расход уменьшился, потому что волосы восстановились, укрепились, и они уже не требуют так много масла. У меня уходит примерно 3 капли, ну 3-4, может быть, да, вот так вот, ну 3, учитывая, что волосы достаточно длинные, я растираю масло вот так в ладошках и переношу на волосы. Не тру вот так волосы, нельзя, а просто переношу. И даже вот смотрите, сегодня сделала укладку, немножечко средством специальным
чтобы зафиксировать кудряшки, брызгала на волосы, и тем не менее я чувствую, какие они все равно мягкие. То есть вот это очень важно, то что волос становится мягким, гладким, шелковистым, он легко расчесывается. Вот такие вот чудесные продукты. Меня часто спрашивают, какое лучше взять. Мне они нравятся все. По аромату самое лучшее ночное. По эффекту они вот, может быть, чуть-чуть, да, разные, где-то больше гладкости вы получите, где-то больше ухода, но я рекомендую их просто чередовать. Возьмите одно, потом возьмите другое, потому что волосы любят, когда идет смена продукта. Вот, поэтому берите все и по очереди их используйте. Так, сразу два кальция. Морской кальций и витамин D, очень полезный продукт. Я сейчас сама пью, себе взяла две баночки, но думаю, может быть, если раз уж я буду еще заказ отправлять, я, наверное, себе еще возьму баночку, а может даже две. Буквально сегодня слушала вебинар, проводила беседу врач, не помню, как ее фамилия, но если вам будет интересно, пишите мне в комментариях, я вам ссылку скину этого видео. Я просто послушала, насколько нужен кальций просто каждому человеку, как без кальция просто мы страдаем, весь организм быстрее приходит в негодность. И поэтому я думаю, кальций надо пить, кальций — это наше все. Ну, не только кальций, да, и wellness pack нам нужен, нам все нужно. Вот, кстати, у меня вот такой крем уже был в заказе, это серия Optimals мультипульти крем мультиактивный. Что мне в нем нравится? Во-первых, у него удобная упаковка, то есть это не банка, это крем с пимпочкой, то есть не с дозатором, а просто узенький носик, через который выдавливается крем. Потом у крема высокий SPF 30, то что надо сейчас на лето, обязательно нужна защита кожи. Девчонки, вы знаете, можно вот просто пофигистски относиться и говорить: ой, да ну ничего страшного, ну подумаешь, там вылезет пару веснушек. Вот на самом деле веснушки и пигментация — это абсолютно разные вещи. Веснушки — это прикольно, это красиво, даже это модно, и многие рисуют сейчас веснушки на лице, чтобы быть в тренде, у кого их нет. Я вам так скажу, что если вылезет пигментные пятна, то это будет страшно. Просто я через это проходила, они вылазят в разных местах, абсолютно непредсказуемо. У меня одно пятно огромное было прямо вот в зоне под глазом, вот здесь огромное, это где-то с перепелиное яйцо, может чуть поменьше. Пятна были вот тут неожиданно, просто два пятна, одно огромное здесь, то есть это вот те, которые вот тут было тоже, ну не такое большое. И вот поверьте мне, что эти пятна, во-первых, это выглядит, как будто лицо грязное, во-первых, да, потому что это, ну, непонятно, оп, пятно какое-то неожиданное, никакой симметрии, да, в веснушках это хотя бы вот это тут, как будто разбрызгало солнышко свои поцелуйчики, это же просто кошмар. И вывести их тоже сложно, мне пришлось целый курс пройти вот нашей осветляющей серии, не один раз даже, потом я брала крема, сыворотки, то есть чтобы убирать и убирать и убирать эти пятна, они медленно-медленно осветляются. Да, они ушли совсем, но этот процесс долгий и бесит просто, когда без тона лицо выглядит просто... А, еще и старят, эти пятна, они старят, поэтому не надо пренебрегать рекомендациями специалистов. Защищайте кожу от негативного влияния солнца. И то, что визуально это некрасиво, это одно. Второе, солнечные лучи, они являются, стоят на первом месте из факторов по старению кожи. Вот представьте, да, вы мне пишете: Лиля, а ты, наверное, ходишь косметологом, колешь себе что-то? Не, не колю, но если я выхожу на улицу, в принципе, я утро начинаю с ухода, и мой дневной крем всегда с SPF, у меня нет такого, чтобы крем был без SPF фильтров. Потому что в любом случае, даже если я сижу дома, я могу выйти на улицу, что-то там во двор, в магазин сбегать, пусть это 5 минут, но вот эти 5 минут могут стать роковыми. Так, крем рекомендую всем, очень удобный, очень классный. Так, что здесь еще в заказе? Эликсир. Девочки, это мне заказала клиентка, сейчас я попробую открыть, сейчас, секунду, воспользуюсь подручными средствами. Я вам покажу эту красоту. Это серия Giordani Gold. Нас балуют вот таким вот сияющим продуктом. Это не хайлайтер, это именно база под макияж, и оно
она делает лицо сияющим, просто очень красиво. Я сама им сейчас не пользуюсь, у меня был в старой версии такой продукт, его шикарно носить под тональную основу. Вот знаете, какое ощущение возникает, смотрите, как это красиво. И тут, ну, с дозатором, то есть не надо лазить никуда, ничего открывать, капельку выдавили, политику распределили. Можно распределять, смотрите как, только в тех зонах, где вы хотите, чтобы сияло, то есть там, где мы наносим хайлайтер, то есть тун над губой, чуть-чуть тут нанесли, дали впитаться и аккуратненько сверху нанесли тональное средство. А можно под пудру, как мне сказала мой консультант, моя партнер Наталья, она говорит, можно под пудру просто нанести его и слегка чуть-чуть припудрить, то есть у него не будет эффекта, что это жирное, тут волос мешает. Да, все, убрала кудряшки мои сегодня, старалась, на видео кудри крутила. Вот, то есть можно под пудру. Вот, тоже хочу попробовать как-нибудь такое заказать, но не знаю, я настолько ленивец, буду ли я пользоваться, потому что прошлый продукт у меня лежал без дела. Вот, хочу капельку взять у нее попробовать, у Наташи, вот, не у клиентки, конечно, а это заказала клиентка, нужно ей сегодня будет отнести, она прям ждет с нетерпением. Так, крем для рук сейчас идет со скидкой по акции, наши любимые кремушки, обожаю кокос и вообще вся эта серия, мне нравится, как легко впитываются крема, они невесомые, кожа при этом увлажненная, очень комфортно, приятно, нет липкости. Вот самое главное для меня в креме для рук, чтобы он не утяжелял, то есть чтобы не было такого ощущения, как тяжесть, липкость. Например, у нас маска есть спа, ее только на ночь, потому что она как будто бы, вот я чувствую, она как будто обволакивает руки, как перчатки, а еще лучше сверху одевать наши перчатки. А эти крема, они вот у меня стоят, вот один тут вижу, вот на кухне, один в ванной, один в спальне, один в кабинете, то есть я везде, где бываю, я раз капельку, ля-ля-ля-ля-ля-ля, то есть я ухаживаю за ручками. Если вы видите, то что кожа на руках у меня, даже когда близко камеру ставим, видно, что она не старая. Да, она изменилась, конечно, она меняется, но она не стареет так интенсивно, как могла бы. Кто не знает, мне 46 лет. Вот. И это очень важно, баловать кожу. Вы же контактируете постоянно с водой. Вода у нас не минерализованная. Извините, да, мы живем не в Грузии, не в Швеции, да, не в каких-то странах, где прямо из крана можно пить воду. У нас вода очень неприятно воздействует на руки. Опять же, какие-то чистящие и моющие средства. Вы всегда в перчатках? Я нет, хотя стараюсь перчатки одевать. Вот, поэтому кремами мы компенсируем вот этот негативный вред. Так, здесь аромат Joyce Rose. Joyce Rose. Я не пробовала эти ароматы, я не знаю. Вот в заказе есть, девочка тоже заказала. Я не знаю, насколько он хороший или нет. Я не думаю, что он будет мега стойкий, потому что я всегда по ценнику смотрю. Но я думаю, что такие ароматы — это классно на лето, то что они легкие, быстро как бы улетучиваются, можно всегда обновить, добавить другой какой-то аромат, то есть легко переключаться с одного аромата на другой. Я это люблю, например, ну, в ароматах. Я не знаю, как вы. Ну, по крайней мере, коробочка очень красивая, очень такая прям прелесть. И сам флакон тоже такой необычной формы, как леденец. Вот они, их три аромата, и они такие, как разноцветные леденцы. Очень даже забавно. И самое главное, что у меня в заказе, это наши патчи. Да, патчи у нас, конечно, дорогущие, я бы так сказала. Вот у меня 6 штук. Я взяла один набор себе, один набор клиентка у меня заказала. Увидела в Инстаграм мой ролик. Я один записала ролик, второй выстрелил, а у меня заказали вот эти патчи. Ну классно. С чем мне эти патчи понравились? Давайте расскажу. Я их уже просто пробовала 2 раза. Я их сравниваю с другими патчами, да. Во-первых, мне понравилось то, что они совсем не стекают. То есть их вот я прям как прилепила, они у меня на месте. А мне понравился эффект. Я почитала состав, посмотрела, насколько там все это круто, какой состав. Я думаю, я бы хотела пользоваться каждый день такими, ну хотя бы через день, да, как рекомендует компания. Но дорого. Я думаю, что удорожание идет за счет вот этой одноразовой упаковки. Внутри в пластике лежат эти патчи. У них у каждого своя квартира, отдельная жилплощадь, они такие крутые. Но мне понравилось в каком плане, то что, ну, во-первых, надо себя баловать. Если я не хожу к косметологу, я не трачу кучу денег на процедуры,
которые делают косметологи, я не колю никакие уколы, ни диспорт, ни гиалуронку, ничего, никаких витаминов. Я знаю, сколько это стоит. Вы можете сами зайти в любой косметический, да, салон красоты, посмотреть их прайс, и вы поймете, что легче реально вот заплатить 100 рублей и хотя бы раз в неделю, раз там в 4-3 дня делать вот такой уход, нежели ходить на процедуры. Опять же, я видела свою клиентку, у меня есть клиентка, которая просто фанатка косметических салонов, она все время себе что-то вкалывает, и я один раз к ней пришла, мы ржали с ней до слез, у нее все поехало, то есть ей что-то там вкололи, чтобы, ну, расправить носогубки, вот тут морщины, тут складки, у нее все поплыло, у нее получилось, глаз заплыл, тут поплыло, рот перекосился, она говорит, схожу поправлю. То есть у нее такое отношение к этому легкое, схожу поправлю, ну бывает, ну уколола так неаккуратно. Вот у меня был ужас, знаете, вот ржать охота и в то же время плакать хочется, а если не выправиться, а если так ходить, а тем более я вот постоянно на видео, ну это же просто, ну для меня это кошмар, для меня проще аккуратненько, красиво стареть. Я нормально к этому отношусь, я понимаю, что мы так созданы, да, так устроена природа, да, сначала прорастает темечко, оно такое зеленое, бодрое, потом у него бутон, цветок шикарный, а потом цветок вянет, да, грустно, ну так устроена вселенная, ничего страшного. Но если правильно относиться к своему организму, то есть пить витамины, хорошими средствами уходовыми пользоваться, проверенными, не абы что хватать с сайтов, там, о, там пишут супер средство от морщин, сотрет все за 5 секунд. Я этого просто панически боюсь и не рекомендую никому пользоваться такими средствами, потому что неизвестно, какие будут последствия. Орифлейм я доверяю больше, чем на 100%, на 1000000%, потому что я эту компанию знаю изнутри, все перепробовала уже много-много лет, я с этой компанией дружу, и не просто дружу, я считаю, что я как часть этой компании, потому что 21 год уже, пошел 22 год, я вместе, и я на себе вижу результаты. Ну что может быть лучше, чем, ну, просто кайфовать от ухода, баловать себя и при этом не бояться старости. Мне кажется, это круто. Надеюсь, это видео будет для вас тоже полезное, как я стараюсь обычно сделать свои видео. Если есть какие-то дополнения, пишите в комментариях, пишите обратную связь. Я вас благодарю всех за внимание, за то, что вы со мной. Не забудьте поставить лайк. Мне приятно, вам ничего не стоит. До новых встреч, всего доброго, пока-пока.